При этом я хочу упрекнуть наши общественные организации, особенно, Геннадий Борисович, Белую Русь. Это фактически, ну, можно откровенно сказать, опора. Это крупная партия, хоть мы его там называем движением. Надо смелее из своих рядов, и не только своих. Второе направление – подбирать молодежь и нам рекомендовать их. Мы верим в вас, вы государственные, прогосударственные, мозги у вас государственные. И вместе с нашей молодежной организацией выталкивайте наверх эту молодежь. У нас нет компартии, которая занималась когда-то этими вопросами. И как занимаются на местах исполкомы, я это вижу. В этом есть серьезная наша проблема государственная. Но пока народ не выдвинул, не создал некую партию, пусть это не коммунистическая, это социалистическая, у нас есть эта опора, у нас есть профсоюзы, у нас есть ваша организация, у нас есть молодежные организации, у нас есть женские организации. В конце концов, и ветераны подскажут, вот оно, гражданское наше общество. Но это гражданское общество само должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблемы. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор.